Вот я потерпевший, моя машина Mazda. Через две сплошные человека развернулся. Причем развернулся прямо из-за маршрутки, из-за машины, не помню чего. Сами видите, пустое пространство, его было видно. Он прямо вот так вот из-под машины раз развернулся. Кто-то пострадал? Да нет, слава богу. Жив. А вы одни в машине были или? Вот мой напарник, я. И у него в машине девушка сидела. Разворачивался. Машина была очень далеко. Пока развернулась, она скорость, видите, 20, где-то 20 метров тормозной путь. Он влетел в меня. Даже не уходил никуда, ничего. Вы разворачивались на этом участке, да? Да. Да и двойностушной нету. Мне вам 16-ю поликлинику за анализами надо. Кто-то пострадал у вас? Нет, все живы, здоровы. А пассажиры были? Были, лаборантки были. Это служебная машина, да? Да, служебная машина. А какая организация? Автобаза санитарного охраны. Как зовут вас? Владимир. Полицию вызвали? Да. Парню, конечно, водителю этого, это его хлеб. Я его понимаю, как водитель. У него работа из-за этого страдает. Он нервничает сильно. Человечки его, конечно, понимают.